Здравствуйте, мы находимся на кладбище города Ханцево, на могиле знаменитого человека. Этот человек, Эрнст Стирлинджер, был правой рукой Вернера фон Брауна, знаменитый и очень талантливый ученый. Здравствуйте. Когда Эрнст Стирлинджер был в Москве, он хотел отдать память великому ученому Сергею Павловичу Королеву. Но, к сожалению, когда он был на Красной площади, он так и не смог возложить цветы, потому что на Красной площади у нас цветы не продают. И потом, когда он уже вернулся назад в Америку, он встретил здесь Наталью Сергеевну Королеву, которая в это время была здесь, и попросил ее, чтобы она возложила цветы в память о Сергее Павловиче Королеве. Также мы были на праздновании столетия со дня рождения Вернера фон Брауна, и мы повстречали дочь Маргарет. Ее семья сейчас живет в штате Иллинойс, в городе Москва. И мы очень горды тем, что мы соединяем эти семьи заново вместе. Ja, ist auch wieder gut. Letztes Jahr, da war es ja noch mal ziemlich kalt gewesen. Ja, da kam immer wieder Kälte, aber ich weiß nicht, dieses Jahr scheint es warm zu sein. Weiß auch nicht.